Я счастлив, что сейчас я могу представить, так сказать, совсем невиданного на кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадров Никадрович Нетронутый. Ну, во-первых, значит, мне пришла сейчас мысль. Сейчас, где она? Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись... Восьми картин. То в этом году он уже не снял 16. Так что рост какой-то налицо. Ну да, да. Вот. Вот вы знаете, конечно, в наш адрес, в нас кинопанорамы, приходит масса писем от телезрителей, от любителей кино. Примечательно, что ни в одном из этих писем совершенно не интересуется вашей биографией. Вот. Я думаю, что имеет смысл поблагодарить наших телезрителей за то внимание, которое они вам, в общем, не уделяют. Скажите, а где вы... Сейчас не снимаетесь? Одновременно у нескольких режиссеров. Ну, надо сказать, у меня есть преимущество перед другими актерами. Я знаю моих коллег. Да? Меня не снимают без проб. А, вас не пробуют, чтобы снимать, я так понимаю, да? Вас не пробуют, чтобы не снимать. Да, это интересная мысль. Интересная мысль. А с кем из кинорежиссеров вам приходилось, так сказать, встречаться? Ну, в этом году. Да. Вот просто буквально на днях мне удалось столкнуться с Эльдаром Рязановым. Это приятно. В кондитерском отделе булочной. Интересная мысль. Мысль интересная. Да. Скажите, это не вы снимались? Нет, не я. А вот тот яркий эпизод... Без меня. Вот тот скандал был, который... Кто со мной? Спасибо, интересная мысль. Как вы считаете, что легче, задавать вопросы или отвечать? Ну, как говорится, вам карты в руки. Вы же их задаете, вы же на них отвечаете. Это интересная мысль. Мысль интересная. Мысль это интересная. Скажите, пожалуйста, а вот о коллегах. Это такой коллега, большой коллега. Коллега, о коллегах. Всегда легче говорить о коллегах, чем о легче, себе. Да. Конечно. Потому что сейчас такая теория такая возникла. Мелькание на экране, часто. Одни артисты мелькают чаще, другие мелькают. Реже. Ну, мелькают. Вот. Да. Возьмем, к примеру, Армена. Чего? Лучше Жанна Поля. Как? Бельмондо. А Бельмондо возьмем, давайте. Он снялся в 186 картинах. Интересная мысль, да. Ему никто не говорит, что он мелькает. Нет, никто. Я не снялся в 186 картинах. Да. Мне говорят, надоел. Con la flor cruzarete
Stay long with